Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про Красную Фурию. Кто не понял, что я сказал, сейчас объясню. Вначале хочу вам сказать, что на фоне боя на Е25 можете обратить внимание, что я использую очень имбовую позицию. Кому интересно, можете запоминать. Для танков, у которых хорошая маскировка, позиция вообще класс. Теперь переходим к Красной Фурии. Написано 30 августа. Красная Фурия. Это коллаборация Мир Танков и Bubble. Надеюсь, я правильно прочитал. Bubble — это компания, которая выпускает комиксы. Красная Фурия — это вот оттуда, из комиксов. Новый уникальный командир — Красная Фурия, собственной персоной. Специальная глава создана по мотивам тематической серии комиксов «Красная Фурия», той самой, в центре которой профессиональная воровка и спецагент Ника Чайкина. Я когда первый раз прочитал, такой типа, та самая, кто это вообще? Та самая, которую я впервые в жизни вижу. Итак, давайте разбираться. Ника Чайкина. Персонаж комиксов российского издательства Bubble Comics. Главная героиня комиксов «Красная Фурия» и «Союзники». Дебютировала в первом выпуске комикса «Красная Фурия» в октябре 2012 года. Там еще какой-то сериал есть, «Фурия», который в 2021 году вышел. Оно там что-то взаимосвязано с «Майором Громом» как-то где-то. В общем, я не смотрел ни то, ни другое, поэтому я вообще не в курсе. Как-то это все прошло мимо меня, надо, видимо, посмотреть, чтобы разобраться. Это уже какая-то традиция, что у Леста какая-то коллаборация там с фильмами, еще с чем-то, который я не видел. После коллаборации или во время я посмотрю и хотя бы узнаю там, о чем речь. Видимо, это очередной раз, когда надо посмотреть. А то есть фильмы и сериалы, которые я пропустил, и это не дело. А то выходит коллаборация, я такой типа, кто, с кем, что это? Итак, написано, что это 30 августа. Красная Фурия. Но боевой пропуск у нас нынешний заканчивается 11 сентября. А 30 августа это чуть-чуть раньше. Буквально там на полторы недельки. То есть у нас что, можно будет танк получить чуть-чуть раньше, чем стартанет боевой пропуск следующий? Поскольку вот эта вот Красная Фурия, 30 августа в игре появится специальная глава боевого пропуска. За прохождение базовой линейки можно будет получить премиум тяж 8 уровня M7Y. Получается, это очередной йох 8 уровня премиумный, уже второй. Также в рандоме сейчас понемногу он мелькает, его тестируют, видимо, супертестер этот M7Y. Такой головастик. Если пройти улучшенную линейку, то можно получить специальный 3D стиль Чайка Оперенная, уникальных членов экипажа и другие плюшки. То есть получается, что этот прям танк можно будет получить бесплатно в боевом пропуске в дополнительной главе за бесплатную цепочку наград. А в платной цепочке наград можно будет получить 3D стиль, экипажи, там всякие кастомизации, 2D стиль и так далее. Но что интересно, что 30 августа это накладывается на нынешний боевой пропуск. Непонятно, то ли его можно будет заранее купить до начала следующего боевого пропуска. А 11 сентября, видимо, будет один из следующих патчей. В принципе, мне все равно на эти накладки, но немного запутанно получилось. И первое, что танкисты спрашивают, где взять, чё, кого. Так-то, в принципе, все просто. В дополнительной главе можно будет получить этот танк. Получается, для тех, кто играет много, будет бонусом этот прям танчик. Что, в принципе, хорошо. Но в целом, глядя на параметры, видно, что танк, в принципе, просто в балансе, видимо. Плюс его еще тестируют, до конца непонятно, что дойдет до релиза. Апнут его, понерфят или так оставят. Альфа хорошая, 450. Пробитие ББшкой 218, скорость полета 1067. Пробитие кумулятивом 280, скорость полета 1143. Интересный кумулятив, который летит даже чуть быстрее, чем ББшка. Обычный фугас с пробитием 60, перезарядка аж 17,2, сведение 2,9, точность 0,4. Да, конечно, надеюсь, там стабилизация будет хорошая, иначе это просто жуть, а не пушка. Орудие вниз опускается на 10, максималка 45 вперед, 18 назад, удельная мощность 16,4, скорость поворота ходовой 36, башни 20, прочность 1550, ВЛД 135, борта 80, жопка 40. Лоб башни 300, борт башни 100, затылок 70, обзор 390. По поводу 3D стиля мне сложно что-то сказать. В плане цветов черный с красным всегда хорошо сочетается. А вот сами элементы 3D стиля. Ну вот пушка мне нравится, как выглядит. В принципе, прикольно. Надпись «Красная Фурия», заметная, нормальная. А так вот эти какие-то соты непонятные, какое-то на ВЛД.
решетка. Что-то как-то поналеплено. Мой внутренний эстет немного не понимает. В целом вроде что-то там более-менее стильное, но как-то вот просто 50 на 50. Катки вроде прикольно выглядят и пушка. А вот середина как-то вот понамешана, непонятно. Но некоторые элементы действительно прикольные. Катки с красной полоской прикольно. Пушка с чайкой, черная с красным, тоже прикольно. Может быть, вживую он выглядит лучше. А вот центральная часть с вот этими сотами и на ВЛД с какой-то билибердой немного мне непонятно. Но некоторые элементы очень стильные. Нужно учесть, что еще сам танк выглядит необычно. У него очень здоровенная башка и какой-то короткий корпус. Какая-то сутулая собака. Всегда приятно, что в нашей игре есть с кем делать коллаборации. И такие вот интересные, прикольные. Заодно каждый раз игра меня подталкивает посмотреть какой-нибудь фильм, который я, оказывается, не видел. Так это еще и что-то новенькое. В прошлые разы там были старые фильмы. А сейчас прям что-то более-менее свежее. В принципе, у меня все. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Ради красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.